Что случилось? Александр. Что случилось? Столько я хотел с вами встретиться, но не при таких же обстоятельствах. С красными маячками хотите познакомиться? Давайте так, селфи и разошлись. Не при таких же правонарушениях. Каких? А зачем вы нарушаете? Мы? Конечно. Мы как раз таки не нарушали. Мы отступали от правил дорожного движения при выполнении них на вискладного. Давайте так, либо на русском, либо на украинском. На каком вам удобнее разговаривать? Удобнее на русском. Давайте на русском. В плане юриспруденции на украинском. Давайте миксовать. Давай. Хотите шмеля подарю вам, вот, пожалуйста. Нет, больше всего хочу, чтобы вы ездили безопасно для других участников. Слушайте, вы скажите, вы стоите посреди перекрестка, перегородили. Так разве это безопасно с вашей стороны? Это вообще не безопасно. Более небезопасно ездить так, как ездите вы. Что случилось? Я не могу понять. Я что-то нарушил? Именно хотите так. Мотылька вам подарю все-таки? Так, да. Что произошло? Пока ехать. Ладно. Ребят, тогда не о чем вообще разговаривать. Подождите секунду, дайте я выйду с этой машины, потому что я тренируюсь, специально разминаю ноги, потому что невозможно вылезти отсюда. Что случилось? Подходите, не стесняйтесь. Я не стесняюсь. Что произошло? Если вы присядете, будет удобнее общаться, что я вас не вижу вообще. Да. Присаживайтесь, как вас зовут? Пацаны, стоп, куда вы пошли, эй? Да пусть напарник перепаркует, вы идите сюда. Что случилось? Куда вы разбежались? Вы можете сказать? Идите сюда. Да. Что произошло? Нарушали. Можете присесть, я вас реально не вижу. Нет, конечно же, не могу. Нарушал правила дорожного движения? Да, именно прочитали на красный свет. Давай, как вас зовут? Манилировали опасность, Илья Анатольевич. Хотите в машине посидеть? К сожалению, не было видеофиксации. Вот поэтому, зная вас, я вам ничего не смогу предъявить. В смысле, зная меня? Я не могу понять. Если я что-то нарушил, я готов понести ответственность. Да, именно так, нарушили. Давайте тогда выпишем постановление. Основываясь на ваше внутреннее убеждение. Без доказов оно все улетит. Слушайте, смотрите, давайте так, я вам сделаю проще. Я знаю, что инспектора полиции людей кошмарят и выписывают постановление, основываясь на внутреннее свое убеждение. Но я так не делаю, по крайней мере. Давайте сделаем так. Если вы считаете, что я нарушил, я вам даю документ, вы выписываете, а я в свою очередь пообещаю вам не оспаривать. Идет? Ну, если было какое-то нарушение, я правда не знаю, какое было. Если вы мне на камеру сознаете в своем правонарушении и пообещаете его не оспаривать, то какие вопросы? Я могу на колени еще встать, пообещать вам. Я вам говорю, что если вы реально с напарником видели это, если вы пропустите людей, то им будет приятнее ездить здесь. Вы просто стоите посреди дороги, я разве куда-то убегаю? Я не знаю, что, не перепарковываю, я взял. Сейчас. Как-то мы зашли в тупик сегодня. Друзья, я вам серьезно говорю, из этой машины для того, чтобы вылезти, я специально купил спортивный костюм, за который вы меня троллите. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, кто интересуется покупкой спортивного костюма, очень неплохие. Я сейчас как раз и рекламирую спортивный костюм, вы мне вот это все время перебиваете. Я вам перепаркую. Да я не могу, видите, я тренируюсь, тут ноги вверх-вниз, вверх-вниз. Здравствуйте. Когда видео будет хоть посмотреть? Вы можете сейчас даже в нем поучаствовать, если хотите. Да. Скоро будет. Вот сейчас инспектор полиции меня накажет, составит постановление и будет видео. Так? Составят постановление без доказательств. Скажите, пожалуйста, вы видели, как я нарушал? Нет. Жаль. Может быть, свидетелей найдем? Было бы неплохо. Есть какие-то наметки на этот счет? У вас где-то знакомый стоял на перекрестке? Не кисло вы подходите к этому рассмотрению административного дела вообще. Я должен еще вам найти этих свидетелей. Ладно. Да я же уже 8 раз перекрыл и открыл. Что это происходит? Он не... Сейчас он тукнет и в ужу, короче, я чувствую. Я тоже на этом надеюсь, но за него не ручаюсь. В общем, Александр. Нет. Мы так просто... Нет, ребят. А что значит «тем более меня»? Я что, лично вам что-то плохое сделал? Я просто смотрю, что-то все боятся, а чего бояться, не могу понять. Так и вы не можете составить, почему? Давайте прикройте дверь как-то, потому что вы другим участникам движения мешаете. А вы тут перегородили полдороги и не мешали. Мы уже освободили проезжую часть. Я вас просто не вижу иначе. Ну, я могу наклониться. Да, давайте, если можно, сюда, потому что я вас не... О, да. О, вот так вот, давайте. Да, я вас слушаю. С чего начнем? Чего-то хотели от меня. Я готов понести ответственность. Вы будете составлять постановление? Без доказов? Нет.
Зачем вы с красными очками гнались за мной? Я уже только что объяснил. Если я нарушил, давайте писать. Причинно-следственная связь же была, правильно? Для того, чтобы здесь и сейчас давайте было напишем. Безопасно. Напишем, окей? Ну, можете написать. Не, вы напишите постановление. Что именно? Постановление. Без доказов? На основе на своем внутреннем убеждении, как это делают все полицейские. Кто? Вся полиция Украины это говорит. Говорит, я с напарником видел, этого достаточно. Я так не работаю, я так не умею. Ну, давайте я вас научу. Не надо меня учить плохому. Что делаем, я не понимаю. Я что-то нарушил? Вы? Нет. Вы продолжаете движение, мы продолжаем патрулирование. Не нарушил? Нет. Состояние алкогольного опьянения, ну, по крайней мере, ознак явных, я не вижу. Они явных таких, ну, чуть-чуть. А я так и не считается. В законе четко написано. Слушайте, ну как-то слабо. Вы говорите, все боятся, я бы нас оставил. Ну вот, у вас был шанс реально. Вы не хотите им воспользоваться. Я вам готов был без дать документы, все, что я хотите. Боюсь. Так что бояться, я не могу понять. Что, вас укусят или что? Если вы видели, кто-то нарушает что-то, значит, надо писать. Еще раз. Без доказов я писать не стал. Всего хорошего вам, Александр. Что ж вы хорошего? Пожалуйста, не нарушайте. Если хотите, ну я вам не буду такого рекомендовать. Но камера у нас уже включена. Можете попробовать еще понарушать, там, заехать чуть-чуть за стоп-линию. Без проблем, мы с вами проведем розгляд справы, вынесем постанову. Вы сейчас серьезно, скажите мне? Склад правопорушения. Я к тому, что вам так сильно хочется постановление. Вы серьезно, скажите, сейчас это говорите? Абсолютно. Это жесть вообще, класс. Я такого еще не видел. Поэтому пристегивайтесь, всего вам хорошего. До свидания. Нет, нормально, говорит, слышишь? Говорит, я сейчас камеру включил, давай ты понарушаешь, я на тебя составлю постановление.